Однажды к маме пришла очень грустная дочь. «Мама, мой любимый говорит, что устал от меня, от моего общества, частых звонков, сообщений и внимания. Сказал, что хочет отдохнуть. Как мне быть? Что мне делать?» «Посмотри на эти цветы в нашем доме», — ответила мама. «Если я забуду о них и перестану поливать, они завянут. А если наоборот, буду поливать их по несколько раз в день, то, скорее всего, они сгниют. Главный секрет счастья в том, чтобы смотреть и прислушиваться. Как только я вижу, что цветок сохнет, я тут же даю ему влагу. Но если вижу, что растение буквально плавает в воде, как в болоте, то забываю о нем на несколько дней и не тревожу его».